Степка, Стежка и Белка. Три породы. Холмогор, Серая и Линда. Друзья, всем доброго здравия. С вами Тихий Уголок нашей глуховатой деревни. Сегодня у нас поездка намечается в одно место, но очень хочется привести еще одну птицу. Хотел этих товарищей, короче, пустить их на суп, чтобы с ними больше не мучиться, а весной взять молодых опять и выращивать дальше. Ну, знаете, но очень хочется оставить, а для них нужен глава семейства. Так что оставайтесь с нами, мы поедем за ним и привезем его. Максимович, ты дома? А вы что, будете ехать сейчас? Да мы подъехали уже. Ну подожди, тогда я вот еду, от Мирюхина 2 минуты. Сейчас... Все, понял, мойка у тебя. Ага. Вот он, красавца, холмогоры, да? Да. Отлично. Смотри, какая. Да. Ну, я тогда привез, говорю, ну, с потрохом 6200, Ваня. Ну. Ну, не 3 килограмма же, блин. Так он здесь несколько домов занимает, да? Это в основном... Нет, уже... вот это дом у него, это какой-то художник тут был, Саша, блин. Я не знаю, кто там сейчас. Вторая его. А у него еще был Мазбул, Камазбул, все, я не знаю, где. А это не его машина, которую он по жизни на ней ездил, наверное. Да, это ЗИЛ. Ну, я имею в виду, он, кажется, на ней по жизни то и ездил, он, ему, может самое. Быть, ему отдали ему. Он, это самое, этот, я смотрю, жен на нем возит с этого, с любимовки. А. Так что 20 штук этот обмен забирает. Привык сказал, мы, говорит, пометили уже. 20 штук на фирму сюда мы забираем. Что? По номерам тут все, да? Да, с бирками. А он туда, наверное, выпускает и гулять там, наверное, да? Да. Дальше там, наверное. Ну, лук-то, скорее всего, электротакивает. Сено, конечно, тут вообще завались. Кубы стоят. Молодец. Вот это вот сено для содержания. Ага. Так, а раньше в колхозе той соломой то кормили же. Вот. Да, тут вообще уже пустырь. Да. Я вообще, вон, видишь, пустырь тут, конечно, не надо никуда гонять, все здесь. А иначе это все зарастет. Все зарастет же это. Понимаешь? Да. Это электроизгородь он ставит. Ну ладно, приехал он. Где? Да подъехал. Ну что, молодец. Ну, это бабулька здесь какая-то или нет? Или тоже уже брошенная, наверное? Где? Дом. Не, никого нету. Это Максимыч. Да? Да. Максимыч, это дом тоже твой? Это был Ерохин, а теперь мой. Здравствуйте. Витя. Ну, привет, Максимыч.
Слушай, ты хотел вот солнышко, да? Да, он хочет на завод. Я купил весной 11 жулят. Ага. Ну, росли мне. Мне главное, чтобы в саду сено косили. Вот как у тебя вот быки вот кругом окрашивают. У него дотарашивает этот лук. Вот у меня... Вот, там, я, мне... вот у меня сейчас там бараны у меня сильные. Я знаю, да, кричать. Да, я двойной раз думаю, мои убежали. Тут они и перекликиваются с тобой. Да, да, да. А мне тоже загорожено почти до тебе там. Осталось две усыни. Сука специально зарубил, чтобы тебе не оставлять. Ага. Специально зарубил. Ага. Понятно. Но они молодые все равно-то были. Вот. Потом, блин, ну, выпускаю каждое утро, смотрю, ну красавцы. Ну жалко, ну не знаю. Прыгать вчера друг уже друга. На другу уже прыгали. Понимаешь? Слушай, они сейчас, Сережа, через 2-3 недели занесут. Ну, да, да, занесли. Да. Я тебе что хочу сказать. Вот, значит, я сбил гнездо себе. У меня вот на том доме. Да. Вот, я взял гусака. Этот отдал мне стадо Сашок, Савин. Ага, да-да-да. Он меня, еда, я ему там барашка отдал, он меня это мой гусак Сабаяни, сват привез. Ему 2 года этому гусаку. Я того оставляю себе, трех гусынь белых и 1 серая. Это старая гусыня, я ликвидирую. А гусака я этого, я его хотел, если никто не возьмет, я его рублю, прикинул. Ну, да, а да. То стадо не, там у меня, вот из-за этого. Он Сережа позвонил, я говорю, предлагаю вот этот. Вот. Да без проблем, давай до этого заберу. Нет, если смотри, тебе устраивает. Гусак хороший. Да все устраивает. Отлично, ребят, это мы его свои люди. Да, и 2 года ему. Даже, может, обожди, ну даже 2 нет. В том году он у меня был, около 2 лет. Ну не столь важно, то, что мне нужно, понимаешь. Потому что молодой гусак, он тоже никуда не уходит, да, это будет, вот это по делу. Это вовремя, Сережа. Может... Можно, дай ему. Не знаю, что. Вот это вот. Не надо мне. Смотри, он подходит и подкусывает. Так, я 2 мешка взял. А то могу тебе закинуть мешок. Соседу отвезу к Кольке, и Колька там будет вас выращивать. А, нет, 2, я думал, 2 я взял. Ладно, Максим, приезжай на плёс. Да. Спасибо. Мне как этот самый Алексей же говорит, ну что ты перед домом загородил, теперь давай луковать загораживай. Слышь, дам он тебе под овечьих место. Под он же завел овечьих. Я знаю, да. под всего. И выпускай, и телят покупай. А то говорят, можешь зарубить их? Подожди, говорю. Не надо. Позвоню, говорю, гусей, говорю. Ну, заводи, да. Место сейчас есть. Слышу, будешь доволен. Не загадывай. Да нет, спасибо, да, спасибо нет. Большое, все. Да. Тогда вот. Ой. Вот. Подходи. Ага. Берем. Бери. Отлично, красавец, да? Да. Сейчас я тебе. Где тут беру мне? Вот. Да можешь и так сразу. Вот тут, под ничего. Сейчас оденемся. Да, все. Убрать, ну, не, пусть, а то же допьется еще. И ты решил заводить, правильно? Ну как заводить, господи, пусть. Да пусть будет, ну просто ну, дураком расти, что да ли. Тебе, да ты не позволишь. Ты же знаешь, как отец у меня, а не по 100 гусей держал у меня. По 2 гнезда. По 2 креста добыл. Да. Ну вот, ребят, прибыли мы. А где мои друзья? А, вот они. А вы знаете, что я вам привез? Вы даже не поверите, что я вам привез. В общем, надо вас закрывать. Пойдемте. Пойдемте, красавчики. Заходим. Серенькая, заходим. Молодец. Заходи, Серенькая, заходи. Заходите. А я вам сейчас подарок принесу. Да, вот, индюшки тоже радуются. Ну что ты? Сидишь, красавчик, да? Пошли. Красавчик. Пошли, красавчик. Какой красавчик, а?
Спокойно, спокойно, спокойно. Ну, Степа, давай. Ага, видел мои какие гордые. Видел, какие гордые? Это Холмогор. Что? Смотри, какой красавец. О! Ну, голос подай. А, водички попьешь. Попей водички. А, девочки радуются. Чувствуешь? Да, лапы у тебя мощные. Правильно, покажите, кто здесь хозяин. Зачем ты ее кусаешь, я?